Сегодня на ужин мы выбрали греческую пиццу. Греческая пицца отличается от итальянской. Традиционная итальянская пицца готовится на плоской форме для пиццы, в идеале в кирпичной печи. Греческую пиццу готовят в кирпичной печи в неглубокой форме для пиццы, которую обильно смазывают оливковым маслом, чтобы она не прилипала к противню. В результате получается корочка, которая намного пышнее и хрустящая, чем в итальянской пицце. Вот такую мы маленькую пиццу заказали. Кстати, самая маленькая из тех пицц, которые здесь были. 36 сантиметра. И сколько она? Сколько? Самая большая 50 сантиметров. Самая большая 50 сантиметров. Самая маленькая 36 сантиметров. Ну, думаю, нам на троих ее хватит. Такая пицца стоит 17 евро. Угу, давайте мне маленький. Он был засыпан по столу. Поэтому пусть это будет. Да. Чтобы понятно, маленький кусочек, вот моя. Ага, моя рука большая. Блин, он от стола там пусть тут будет. В общем. Смотри. Малюсенький во всем. Кусочек. Смотри. В общем, Лариса пишет отзыв. Нам пицца очень понравилась. Ой, блин, я же пусть они поверят нам масло. Ладно. В общем, мы так и не осилили съесть эту пиццу целиком, и нам ее с собой упаковали. Ну, остатки, ну, там больше половины. Завтра утром скушаем.